Также специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминают родителям, что в городе определены места, в которых запрещено находиться детям до 18 лет. Это специализированный магазин для взрослых, букмекерская контора, торговые точки и павильоны, где реализуется алкогольная продукция. Здесь детям запрещено находиться в любое время суток. А в ночное время нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо и в учреждениях общественного питания. Если, допустим, будет совершено какое-либо правонарушение, либо в период комендантского часа несовершеннолетним, то у нас тогда могут быть привлечены к ответственности законные представители данного ребенка.